Вот так вот вражеский танк умер на территории Дирачийской нашей громады. Т-80. Да. Родился мертвым, не выехал с окопа навіть. Еще один танк орковский, тоже разбитый в хлам. Наш разбитый. Ничего, нема ничего живого, майже ничего не залишилось из него. Да, выпаленный, выгоревший. Вот. Орковские чоботы. Еще одна спаленная москальская техника в выгляде БТР. Не доехала на Дирачівщину. Да, такая вот еще одна орковская техника, яка, на счастье, никуда уже не доехала. Была спалена нашими захисниками. Вот так вот в посадке жили рашен-свиньи. Обустроивали себе палатки, хатки. Очередной танк, який не доїхав також до Дирачівщини, був знищений.